Разумеется, 15 голов здесь забил Месси, ну и сегодня, наверное, будут у него еще шансы. А пока первый в матче угловой, который подает Иван Ракитич, 1-0. Луис Суарес ставит корпус и вонзает мяч в сетку с близкого расстояния с левой ноги. Но мяч был за ним. И здесь, конечно, вроде бы такой элементарный со стороны момент. Но все нужно было сделать Суаресу очень тонко. Отличная подача Ракитича, это тоже отмечаем. Ну и Луис Суарес, 27-й мяч в этом чемпионате. Ну здесь... Все-таки есть вопросы, наверное, к судьям. Руками себе Суарес все-таки помогал, наверное, и руками затолкал ворота Сиднея. Но вот на этом повторе должно быть неплохо видно. Да, сложный момент, и, наверное, все-таки так во вратарской играть нельзя. Успеть сюда к мячу, успевает и находит Андреса Иньесту. Месси в касание, как красиво, и Суарес 2-0. Дубль Луиса Суареса, идеальная атака. Вот именно так насыщенную оборону соперника и надо вскрывать. Каждый знал, куда бежать, каждый знал, куда отдавать передачи. Ну что, если бы Депортиво также реализовал два своих момента, и на табло были бы те самые два. Судьи молодцы. Задержался немножко и Лаура, но и главное Хуан Фран. Во фланге обороны Депора совершенно точно был ближе к воротам соперника, нежели Луис Суарес в момент передачи Месси. И уже куда более комфортное преимущество получает Барселона. По сути...